Hello, my name is Elisa. I live in England, Brighton, which is a city near London, next to the sea. I go to year seven. Надеюсь, вы меня поняли. Я сказала: «Привет, меня зовут Алиса. Я живу в Англии, в Брайтоне. Это город близко к Лондону, рядом с морем. Кстати, кто знает, как сказать море по-английски?» Что по-английски? Море. Си. Правильно. А кто знает второе значение «си»? Поднимите руку. Марк. Видеть. Правильно, молодец. А еще я в седьмом классе. На этом уроке мало правил, но они есть. Первое правило читаю я. К концу урока я, может быть, кому-нибудь другому дам почитать, но в основном я. Второе правило. На этом уроке, если что-то хочешь сказать или спросить, то надо поднять руку, иначе, как Адна сказал, у нас будет столько шума. На прошлом уроке мы продолжим читать первую книгу. У нас совсем мало осталось, несколько глав, а потом, мне кажется, мы перейдем в вторую книжку. Я задам несколько вопросов с прошлого занятия. Если вы не знаете ответа, не беспокойтесь. Но если знаете, то прекрасно, поднимайте руку и отвечайте. Что было в тех трех залах, в которых они побывали? То есть, это в конце книги, то есть... Денис и Филипп. В первом были девочки и Повтори погромче, а то тебя плохо слышно. а в первом зале были вот эти растения. Растения, которые... Да. Второй, по-моему, это летающие ключи. Да, летающие ключи. А третий, если не тролль. А нет, не остаться. Да, гигантские шахматы. Да. Молодец. Значит, мы сейчас читаем, как Гарри и его друзья, они пытаются спасти философский камень от Снейпа. И они пробираются через такой, как бы даже можно сказать, квест. И чтобы добраться до камня. Узнаем, что произойдет дальше. Сейчас я поделюсь экраном. У меня есть... я могу поделиться первыми несколькими страницами. Дальше я буду читать просто по книжке. У меня тут книжка есть. Вот мы... Так. Сейчас у меня вообще-то не та страница делится. Виден мой экран? Но это то же самое, по-моему. Та страница для меня была не то. Почему-то мне делилось. И опять не то на меня поделилось, почему-то мне просто не чувствуется. Извините, а я сейчас вам вопрос в чат пошлю, просто не хочу. Это другой вопрос. Не знаю, было или нет. Значит, они встали на шахматную доску и Рон их контролирует, чтобы они перебрались через комнату. Им надо победить белого короля, а не черных персонажей. И надо победить белого короля, белого персонажа. И тогда они выиграют шахматную игру и смогут перейти на другую часть комнаты. И перейти в следующий зал. Ron started to direct the black pieces. They moved silently wherever he sent them. Harry's knees were trembling. What have they lost? Harry, move diagonally four squares to the right. Their first real shock came when their other knight was taken. The White Queen smashed him to the floor and dragged him off the board, where he lay quite still, face down.
То есть они стали персонажами в шахматной игре, и они очень удивились, когда черная королева, то есть белая королева, схватила одного из их персонажей и ударила его и бросила к стороне доски. Он не двигался. Мне это не нравится. Вот картинка. Вы видели это уже. Так, почему-то не хочет делиться опять. Попробуем. А можно еще шрифт чуть побольше сделать? Оно не делится тем, что я хочу, тем, что я хочу поделиться. Так, оно просто не делится. Вы видите что-то, когда я делюсь? Нет? Видим экран с надписью «Алиса запустила демонстрацию экрана». Но картинку не видим. Не делится. Ладно, давайте я запущу прошлую страницу. Мне вообще ничего не работает. Вам придется эту страницу убрать. Вот. Теперь, надеюсь, получится. Нет, не получается. Мне придется книжку читать. Извините. Watch that, that happen, said Ron, looking shaken. Leaves you free to take that bishop, Hermione. Go on. Every time one of their men was lost, the white pieces showed no mercy. Soon there was a huddle of limp black pieces slumped on the long wall. Twice, Ron only just in time noticed that Harry and Hermione were in danger. He himself darted around the board, taking almost as many white pieces as they had lost black ones. We're nearly there, he muttered suddenly. Let me think, let me think. The White Queen turned her blank face towards him. Yes, said Ron softly. It's the only way I've got to be taken. Значит, они играют, им не нравится, так что когда их персонажи, когда их, ну, да. Ну, я не знаю, персонажем. Берут. Ну вот, он, и Рон думает, и вдруг понимает, что единственный шанс, чтобы они не выиграли, это чтобы он, как персонаж, как бы пожертвовал собой, и тогда они смогут выиграть. Знаете, когда, если кто-то тут украсит шахматы, то иногда надо пожертвовать конем, чтобы выиграть игру. Ну, так же и тут. No! Harry and Hermione shouted. That's chess, snapped Ron. You've got to make some sacrifices. I'll make my move and she'll take me. That leaves you free to checkmate the king, Harry. But do you want to stop Snape or not? Ron, look, if you don't hurry up, he's already having the stone. There was nothing else for it. Ready? Ron called out, his face pale but determined. Here I go. Now, don't hang around once you've won. They stepped forward and the White Queen pounced. She struck Ron hard around the head as a stone arm and he crashed to the floor. Hermione screamed but stayed in her square. The White Queen dragged Ron to one side. He looked as if he'd been knocked out. Shaking, Harry moved three spaces to the left. The White King took off his hand and threw it to Harry's feet. They had won. The chessmen parted and bowed, leaving the door ahead clear. With one last desperate look back at Ron, Harry and Hermione charged through the door and up the next passageway. What are these? Значит, он пошел, его взяла королева пощады. Нет. Потом Гарри выиграл эту игру, и они побежали дальше по коридору. He'll be right. А можешь показать свою книгу? У тебя такая? Нет. У меня гигантская такая. И нет такая. Средства, судя по всему, не знаю. У меня такая есть наверху. У меня тоже есть одна серия книг наверху. Я вот такая, как у тебя. У Максима и Марка у меня такая. Да, He'll be right. What do you reckon's next? We've had Sprouts, that was a devil's snare. Bitwix might put the charm on the keys. McGonagall triggered the chessmen to make them alive. That leaves Quirrell's spell and Snape's. They reached them the door. All right,
Harry whispered. Go on. Harry pushed it open. A disgusting smell filled their nostrils, making both of them pull their robes up over their noses. Eyes watering, they saw flat on the floor in front of them a troll even larger than the one they tackled, but cold with a bloody lump on his head. То есть тут они думают, что мы увидим в следующем зале, что мы увидим. И они прошли следующий зал и увидели тролля. Пахло ужасно, им пришлось заткнуть носы. И они шли, и они увидели, что и они видели, что он просто в обмороке. И значит, они довольны, что им не пришлось с этим троллем драться. Я не уверена, если я бы смогла так выжить, если мне пришлось бы драться с троллем. Очень высоким. I'm glad we didn't have to fight that one, Harry whispered, as they stepped carefully over one of its massive legs. Come on, I can't breathe. То есть они очень довольны, что мне пришлось драться, а Гарри поторопил Гермиону, говорит, не могу дышать в этой атмосфере. Не хотелось бы туда попасть. Сейчас посмотрим. Вы видите мой экран? Да. Да, да, видим. Yes. Прекрасно. Pulled open the next door. Both of them hardly daring to look at what came next. There was nothing very frightening in there. Just a table with seven different shaped bottles standing in on a line. Snakes, said Harry. What do we have to do? They stepped over the threshold, and immediately a fire sprang up them in the doorway. It wasn't an ordinary fire either. It was purple. At the same instant, black fire shot up the doorway, leading onwards. They were trapped. Значит, они попали в такую комнату, и стоят в рядок зелья. И вдруг появился огонь с одной стороны и с другой. И сейчас мы знаем, что произошло дальше. Кто-нибудь хочет прочистить эту часть? Я. Ладно, давай, Кира. Сейчас. Look, Hermione. Money. Hermione. А можно чуть побольше сделать? Ладно. Seized. Я знаю, тут очень сложный спиннинг. Roll of paper lying next to the bottles. Bottles. Harry looked over her shoulder to read it. Молодец, это было очень сложно. Ты хочешь перевести? Ну, попробую. Три. Гермиона достала рулон бумаги, лежащий рядом с бутылками. Да. Харри смотрит... Ей через плечо. Ей через плечо, чтобы прочитать. Да, молодец. Это было очень сложно. Тут всякое там две дабл Л, две Л, две какие-то правила. But danger lies before you, while safety lies behind. Two of us will help you, whichever you will find. One among us seven will let you move ahead. Another will transport the drinker back instead. Two among our number hold only nettle wine. Three of us are killers, waiting hidden in the line. Choose. Unless you wish to stay here forevermore. To help you in your choice, we'll give you these clues for. First, however sly the potion tries to hide, you will always find some on the nettle's wide left side. Second, different are those who stand at either end. But if you move onwards, neither is your friend. Third, as you see clearly, all are different size. Neither dwarf nor giant holds death
in there inside. Fourth, the second left, and the second on the right are twins. Once you taste them, they're different at first sight. Ooh, загадка! Значит, смотрите. Перед тобой опасность. За тобой, не такая опасность. Один из нас позволит тебе передвинуться вперед. Один из нас позволит тебе вернуться назад. Два из нас просто вино. Три из нас я. Чтобы тебе помочь выбрать себе, мы тебе сделаем несколько подсказок. Начало. Неважно, как вы стараетесь спрятаться яд, ты сможешь его найти рядом с вином. Второе. Те, которые на разных сторонах, на двух сторонах, они обе разные. Но если ты хочешь двигаться дальше, то они тебе не помогут. Третий, как вы видите, все разного размера. Не самый маленький, не самый большой, не яд. Четвертый, что второй слева, второй справа, близнецы, то есть они то же самое. Они разного размера, но у них тот же вкус. Но они могут быть по-разному. Hermione let out a great sigh, and Harry, amazed, saw that she was smiling. The very last thing he felt like doing. Brilliant, said Hermione. This isn't magic, it's logic, a puzzle. A lot of the greatest wizards haven't got an ounce of logic. They'll be stuck here forever. But so will we, won't we? Of course not, said Hermione. Everything we need in here is on this paper. 7 bottles, 3 are poison, 2 are wine. 1 will get us safely through the black fire, and 1 will get us back to the purple. But how do we know which to drink? Give me a minute. Hermione read the paper several times. Then she walked up and down the line of bottles, muttering to herself and pointing at them. At last, she clapped her hands. Got it! The smallest bottle will get us through the black fire, towards the stone. Кто знает, что такое bottle? Бутылка. Да. Значит, Гермиона вдруг сообразила, что это никакое не волшебство тут нужно. Тут нужна просто логика. Ну вот, она сообразила, что какая. Ну вот, все, и они могут пройти. Они поняли, что одна пройдет дальше камнем, другая поможет вернуться. Harry looked at the tiny bottle. There's only enough for one of us, he said. There's hardly one swallow. They looked at each other. Which one will get you back through the purple flames? Hermione pointed at a rounded bottle at the right end of that line. You drink that. No, listen, get back and get Ron. Grab brooms to the flying key room. They'll get you out of the trapdoor and past Fluffy. Go straight to the gallery and send Henry to Dumbledore. We need him. I might be able to hold Snape off for a while, but I'm not match for him. But Harry, what if you know who's with him? Well, I was lucky once, wasn't I? Said Harry, pointing at his car. I might get lucky again. Hermione's lip trembled, and she suddenly dashed at Harry and threw his arms around him. Hermione! Harry, you're a great wizard, you know? I'm not as good as you, said Harry, very embarrassed as she let go of him. Me, said Hermione, books and cleverness. There are more important things, friendship and bravery. And oh, Harry, be careful. Значит, они решили, что Гермиона отправится обратно за Роном, а Гарри пойдет вперед.
И Рон сказала, что Гарри очень хороший волшебник. Он говорит, не, я не лучше тебя. А она говорит, ну, это только книжки. А ты настоящий волшебник. You drink fast, said Harry. You sure which is which, aren't you? Positive, said Hermione. She took a long drink from the ram bottle at the end of the at the end and shuddered. It's not poison, said Harry anxiously. No, but it's like ice. Quick, go before it wears off. Good luck. Take care. Go. Hermione turned and walked straight through the purple fire. То есть Гермиона попробовала и прошла через фиолетовый огонь. Я больше не могу делиться, но я просто буду читать книжки. Это оно внизу, это пламя фиолетовое было? Что? Это фиолетовое пламя внизу было нарисовано? Ну да, наверное. Harry took a deep breath and picked up the small bottle. He turned to face the black flames. Here I come, he said, as he drained the little bottle in one gulp. It was indeed as though ice was flooding through his body. He put the bottle down and walked forward. He braced himself, saw the black flames licking his body, but he couldn't feel them. For a moment, he could see nothing but dark fire, but he was on the other side, in the last chamber. There was already someone there, but it wasn't Snape. It wasn't even Voldemort. Yes, love it. Ладно, значит, Гарри, Харри взял эту бутылочку, выпил, и правда почувствовал, как будто у него по телу пробежал лед. Он быстро прошел через черный огонь и перешел в последний зал. Там стоял не Снейп, даже не Волдеморт. Там стоял и это конец главы. Продолжим или перейдем на обсуждение? Обсуждение. Ладно. А все это читали, эту книжку? Да. Да. Тут не читал? Поднимите руки. Я читал. Читали. Да, не зачем спрашивать, кто за дверью, потому что все знают, кто. Ладно. О. Кто бы, если бы вы были там с этими бутылочками, вы бы сами решили пройти дальше, как Гарри, или бы вернулись за помощью, как Гермиона? Кто бы пошел дальше, как Гарри? Ладно, у нас масса сумасшедших, я шучу, которые, как Гарри, посмелились бы пройти. Ладно, а кто, как Гермиона, пошли и за помощью отправились? Я знаю, что бы я сделала. Что? Я бы взяла и выпила бы яд, потому что я не хочу проходить сквозь огонь. Тоже правда. Но я не хотела бы через яд проходить, потому что яд такой, знаешь, невкусный. Да. Ладно. Выпью. Что? Я перемешку с вином выпью и сам этого не осознаю, не осознавая приду. Ладно. Давайте. Если захотела умереть, сразу огонь прыгай. Ладно, теперь давайте поиграем в игру. Давайте сначала просто поиграем отгадать персонажа. Персонаж должен быть эта отрывка, которую мы читали. Нельзя какого-нибудь там Хагрида, по которому мы сейчас не читали. Надо обязательно с того отрывка, которую мы читали. Я хочу, чтобы... Можно вещь, например, кто-то какой-то персонаж из шахмат, но чтобы он упоминался, а то если кто-то скажет Мимагонагл. Ну, про нее же мы не читали. Ладно, кто хочет загадать персонажа? Я. Я. Ира. Ладно, давайте все остальные отгадывайте. У вас есть 10 шансов. Сейчас я пишу в чат. Надо, кстати, написать в чат, как называется персонаж. Упс.
сейчас пишу. А, ладно. Когда мы про нее читали? Когда она убивала... Я помню. Ладно, это забирает один вопрос, чтобы все же это уши услышали. Да. Поэтому это у вас забирает один балл. Ладно, давайте. У кого вопросы есть? Денис и Филипп. Нет, это просто, чтобы, отгадывать. Ну ладно, отгадывать или загадывать? Да, отгадывать. Ну, вообще-то и то, и другое. Ну, давай, отгадывай. Это ученик? Нет. 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 Что? Это живое существо? Ну, то есть это человек? Да. Человек? Кира, это человек? Это нечто среднее. Живое, но не живое. Да. Это тролль. Нет, не тролль. Что? Денис Филипп. Какого это фигура из шахмат? Максим, поднимай руку. Денис Филипп. Это фигура из шахмат. Что? Это фигура из волшебных шахмат. Да, какая? Максим. Перс. Что? Перс. Правильно, перс – королева. Молодец, Кира загадала королева, но перс – то же самое. Ладно, молодец. Теперь Максим хочет угадать? Только мне надо отправить в чат, как называется твой персонаж. Uh-huh. А кто хочет загадать? Надо отправить мне в чат название персонажа. Так, сейчас. Мне только. Обязательно эту отрывку, а то по всем книжкам будем угадать. А с какого места вы начали читать? Я опоздал немного. А? С какого места вы начали читать? Я немного опоздал, не знаю. Мы читаем с того момента, когда они прошли через шахматную залу. А, тогда вы это не сегодня читали. Просто так мало героев. Я знаю, вот почему вещи, как полувещи можно делать. Но в Кир там сделала ферзя. Можно как вещи, как я не знаю. Нога тролля. Например, бутылки написать. Ну да. Одну бутылку. Окей, я уступаю свое место кому-то другому. Сейчас загадай что-нибудь похитрей, и тогда скажу. Не можно печатать? Что? Не можно печатать? Так, я чуть тебя не слышу. Ладно, давайте пока я спрошу вопрос. А кто сколько раз читал первую книжку? Сколько раз вы читали первую книжку? Два. Кира? А? Ты сколько раз читал первую книжку? Я? Да. Даже не знаю. Но я вообще каждый лет перечитывала. Наверное, 4 года. 4 раза. Денис и Филипп. Мы тоже где-то 3-4. Ладно. Марк? Я первый раз читаю. Так смотрел фильм только. Ну ладно, Казмир. Ты сколько раз читал? Ладно. Кирилл, а ты сколько раз читал? Я только фильм смотрел. Ну ладно. Я читала 5 или 6 раз. Каждую книжку, кроме пятой, которая вот такой толщины, я ее только 4 раза читала.
Я тоже, ну, только потому, что я просто фанат Гарри Поттера. И каждое лето я читала эту книгу. Ну да, я ее просто год, в год проходит так. Читаю какую-то книжку, Гарри Поттер, какую-то книжку, Гарри Поттер. Да. Да, ладно. Так, я могу что-то сказать? А какая комната с зеркалом? Про зеркало я не понимаю. Может, еще не дочитали. Ну, мы же это не совсем... Ну, ладно, ладно, читается. Ладно, скажем. Всего три попытки тогда. Ну, это... Ну, совсем... скажем, ладно. Даем пять попыток. Ладно. Пять попыток, раз, нет, тогда я просто перегадаю. Шесть попыток. Мне кажется, очень хорошая догадка. А мы будем играть в квиддич только с загадками и отгадками? Ладно, я не знаю, если у нас достаточно человек, чтобы сыграть Кир. Может, в следующий раз. Ладно? Сейчас начнем с квиддича. Тут всем пришло, что про комнату строим. Что я написал? Там первый написал всем. Мне написано личное сообщение. Это первое личное сообщение. Второе, а ты написал всем. Ну, все. Ты хочешь, чтобы я перевел какие-нибудь слова с английского на русский или с русского на английский? Не идея. Сказать свой день, ну что они сегодня делали по-английски. Кто-нибудь сможет постараться сказать, что они сегодня делали по-английски? Давай. Я с сестрой делаю иногда. Окей. Okay. I'm Raj. Eight, это 8, да? No. At. Eight. Какой ты имеешь в виду? В смысле, что я потом завтракала. А, значит, я не... Значит, I ate, да. Что, чего ты ела? I ate 4 sandwiches and... как будет клюшка? А ты какую клюшку имеешь в виду? У нас многие клюшки есть. Рогалик. Можно сказать донат. Донат. I'm walking. I walked. Как будет опять? Again. Again, read. I walked again, read. I love read. А, ты любишь читать? Молодец. Очень хорошо, это очень сложно, потому что... Я не знаю, как мне постараться составить какое-нибудь предложение на, не знаю, испанском, где я знаю там два слова. Они на школе должны были учить испанского. Не получилось. Но учили нас двум словам там «привет» и «пока». Они там, не знаю. Я перед школой знала лучше испанский, чем после школы. Молодец, Кира, ты очень хорошо сделала. И грамматики почти уже букв нету. Очень хорошо. Молодец. Ладно. Я не совсем понимаю, что ты написал, Максим. Ну ладно, давай.
Ну, я могу говорить, отвечать на вопросы. Ну, ладно. Кто-нибудь задаст вопрос Максиму? А ты мне напечатал? Какой персонаж? Да. Ну. Сейчас. Иногда просто не доходит. Не знаю, что. Просто... Сейчас. Я могу вопрос задать. А, вот я хочу кое-что показать. Я, когда мне очень нравится рисовать разных персонажей. Вот. А, ну это я не знаю, это, наверное, будет слишком сложно. Ну ладно, 12. Я буду говорить да или нет, ладно? А ну, кого-нибудь есть вопросы, Максиму? Ну, у меня есть загадки. Кира, давай. Это комната? Нет. А, кого-нибудь еще есть? Ой, красиво. Денис и Филипп. Это вообще живое? Да, да, живое. А, Кира, есть еще вопросы? Да. Это мальчик или девочка? Нет. Помнишь, мы говорили, это мальчик, а я говорю, да или нет. Потому что там... Ты можешь сказать, какой это персонаж? Это мальчик? Нет. Денис или Филипп? Это ученица? Да. Это Гермиона? Как скажешь, Максим? Очень-очень близко. У него очень интересное решение. Очень близко. Ну вот так близко. Денис и Филипп. Это... Стоп. А, не-не-не, я не знаю. Кира. Вот так близко. Денис Филипп. Гермиона Грейнджер. Нет, все равно нет. Хорошая попытка. Очень, да. Хорошая попытка. Очень хорошая попытка. Погодите, а может это Гермиона в виде этих шахмат, когда она ладьёй была? Нет. Ну, кстати, можно было бы это загадать. Хорошо, что я загадала. Спасибо за идею. Да, вычислила. Догадывайся, очень сложно. Вы вот так близко. Сдаётесь. Нет, у нас еще есть попытки. Я еще подумаю. А кто-нибудь еще попробует отгадать? Это последний, кстати, поэтому... Молчание... Ладно, я сдаюсь. Сдаетесь? Все сдаетесь? Кто-то еще думает. Ладно, все сдаетесь. Да. У нас ответ Хамайли. Гермиона. Что? Ну, это то же самое, что и Гермиона. Ну да, перевод это все-таки достаточно важная вещь. Поэтому... Хамайли или Гермиона. Вот что он не специально написал. Не Гермиона, а Хамайли. Ой, ну.
Ора, я тоже одну штуку загадаю. Очень. Ладно, домашнее задание. Какое хотите, там делайте. Не знаю, нарисуйте чего-нибудь, связанное с Гарри Поттером. И с английским языком. Можете написать про свой день. А можете придумать какое-нибудь путешествие. И давать картинку этих комнат, через которые... Придумайте свою комнату. И можете ее либо писать на английском, либо нарисовать. У меня уже есть домашнее задание. Ну ладно. На следующий урок посмотрим, Кир. Вот, она злится. Пока, see you, bye. 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 Thank you.